Не молчи, если нужно сказать, если чувствуешь скользко дорога, если начала жизнь смысл терять, если видишь падение другого. Говори, равнодушие молчит, лишь любовь безразличной не станет. Но когда видит гибель других, то поможет, поддержит, наставит. Говорить будет мягко, не строго, без каких-либо лишних упреков, с милосердием, лаской во взоре, с пониманием боли глубокой. Она скажет другим о спасении, о Христе, о надежде, о вере и какие нужны изменения в самых разных жизненных сферах. Она скажет, она не смолчит, не осудит, но будет молиться, продолжать в сердце веру хранить, что когда-то все то изменится, что молитвы, слова наставления, все деяния на благо другого не напрасно пред Господом сделаны, но ответ, данный им, будет вскоре. А когда даже будет не так, отчаянию в сердце нет места, она знает, Бог силен спасать, и что будет победа, конечно, хоть придется ее подождать, и, возможно, пройдет много дней, все равно даст Господь благодать для спасения этих людей, за кого и постилась, молилась с верой Божией, сильной, живой, за кого тяжело сердцу было, за кого и страдала душой. Это истинно Божья любовь, и увидеть ее в нас желает сам Спаситель, Господь наш Христос, кто прощение дает, кто спасает, кто и силен помочь так прожить, чтобы кротость, любовь и смирение через все действия наши явить мы могли для других во спасение, чтоб его образ чистый, святой, пронесли мы через все поведения. Помоги же нам в этом, Господь, и сошли свое благословение. Аминь.